Всем привет, с вами канал «Правильный выбор». Продолжаю серию видео про гаджеты для тех, кто следит за своим здоровьем. Сегодня расскажу про умные весы Tefal PP95-00S1. В описании вы найдете подборку ссылок на магазины с лучшими ценами. Активируйте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Не забывайте поддерживать канал, переходите в комментарии, там вы сможете поделиться своими впечатлениями. А также не забывайте ставить лайки. Весы представлены в черном цвете, имеют стильный дизайн с округленными краями. Для платформы используется закаленное стекло. Яркий дисплей показывает все параметры. Размеры устройства небольшие, поэтому оно не займет много места, можно хранить под кроватью или в ванной. Устройство запускается сразу, как только вы встанете на платформу, и отключается при бездействии в течение нескольких минут. Это позволит сэкономить расход батареек. Весы легко очищаются влажной губкой с мягким моющим средством. Откройте для себя современный способ наблюдения за преображением вашего тела с умными весами и интерактивным мобильным приложением, позволяющим следить за вашим прогрессом. Советы профессионального тренера сопроводят вас на пути к достижению цели. Отслеживайте прогресс и ставьте новые цели в приложении Body Partner. Удобные графики позволят вам оценить результат в понятной форме. Отслеживайте ваш показатель МТ через умное приложение Body Partner. Высокий предел взвешивания – до 180 кг с шагом 100 грамм. Выберите одну из четырех целей для достижения желаемого результата и следуйте советам профессионального тренера. Автоматическое определение до 8 пользователей и одного гостя для вас и ваших друзей. Больше никаких оправданий. Пришло время вернуть свою форму и почувствовать себя лучше. Приложение Body Partner предлагает бесплатные советы экспертов, чтобы помочь вам достичь поставленных целей. Выберите то, что подойдет именно вам. Ваши данные и системы Body Partner будут отображаться в фитнес-приложениях Apple и Google. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Весы стоят достаточно долго. Холодные, как и все, впрочем. Теперь перейдем к положительным. Очень крутой дизайн. Свою функцию выполняют. Быстро работают. Весы замечательные. Можно наблюдать за процессом онлайн. Несколько пользователей запоминает. Удобная платформа. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Жду ваши лайки и комментарии. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».